Звезды мирового спорта приедут в наш город. 22 ноября в СКК в третий раз состоится международный турнир по смешанным единоборствам «Курская битва-2». События готовы посетить даже любители боев из соседних регионов. Вечер сильных духом и телом. Зрителей ждет 11 поединков. В Курске на ринг выйдет 22 бойца. Четверо из них – куряне. Остальные участники приедут из разных городов России, Грузии, Белоруссии, Казахстана, а также Англии, Франции и Болгарии. Ведущим вечера станет исполнитель одной из главных ролей в популярном телесериале «Физрук» Владимир Сычев. Отдельный подарок для любителей смешанных единоборств – почетные гости турнира. Планируется приехать Александр Поветкин, это само собой, как бы, Денис Лебедев, Сергей Харитонов, Олеся Коваленко. Есть возможность у каждого ребенка, у каждого человека пообщаться с ними, понимаете, вживую. Сфотографироваться, пообщаться, посмотреть, пообщаться. Какие люди они, что. Вот они чего-то достигли, они обычные люди, они не летают, они так же, как и мы, ходят по земле. Центральный бой вечера за звание чемпиона мира по версии Pro FC.